Если у вас спросят, что такое интернет, можете смело отвечать, что это сеть сетей. Что это значит? Представьте, что вы живете на необитаемом острове, безо всякого интернета. Но все компьютеры у вас на острове соединены кабелем. И у вас получается такая внутренняя островная сеть. Вы можете обмениваться файлами с другими островитянами, писать друг другу сообщения, у вас есть свои островные веб-сайты и даже свой поисковик, ну и так далее. Потом вы узнаете, что и на других островах есть свои сети. И вы думаете, а почему бы с ними не объединиться? Тогда вы сможете отправлять сообщения на другие острова, а люди оттуда смогут зайти на веб-сайт, который находится у вас на компьютере. Вот такое объединение всех локальных сетей в мире и называется интернетом. Пример с островом не такой уж выдуманный. Между континентами реально протянуты толстенные кабеля. Они лежат на дне океана. И если этот кабель вдруг порвется из-за войны или сумасшедшей рыбы-пилы, то интернет распадется на американский, европейский, австралийский сегмент.